Всем привет, дорогие подписчики, с вами я, Мэнси, и я хочу предупредить, что в этом ролике будет очень громкий звук, очень много матов и, в общем, все. Также я хочу рассказать то, что не стоит так создавать карты в CSGO. Они вроде сюжетные, а вроде его и нету, ну просто время потратили. В общем, я попытался сделать что-то красивое, что-то веселое, надеюсь, вам понравится. Дарю вам этот лепесточек, вот просто двух ног, въебите просто. Лайк свой. Подпишитесь на канал, всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. И наш канал, с вами я, Мэнти, сегодня я не один, сегодня со мной Колдри, Пиздобол и Хэссел, поприветствуйтесь. Пиздоболов тут нету. Кроме Колдри. Ребята. Цель игры просто искать выход, чтобы начать. Нажми тут, стрелочка. Нажал я. Смотри, сейчас дверь должна, наверное, открыться. А, минус суши. Я это... Да, наркомания. Ага. Музыка страшная. А, нам надо найти выход. Давайте, пацаны, аккуратнее. Кто упал, тут лох. Это походу надо пробежать. А, попробуй пробеги, давай, Сева, беги. Сюда, помогите. Нет, нет. Я пришел. Я тоже вообще. Ты где там? А, мы еще через другую не приходим. Подожди, давай, подожди. О! Это суши было, алло. Алло, сосисочная. Сосите. Лень, по правой, да, вот туда. Кто-то по духу нам пердит, давай. Тут фонарик есть, пацаны? Нет. Там, кстати, это чел стоит. Где? Где? Вон, в конце, впереди. А, вижу, да. Я не вижу. Воу-воу-воу, придурок, ала дурак. Я тебе сейчас ебало начищу, кидается он. Я тебе сейчас ебало начищу. Я лучше по свету пойду, здесь мне лучше, мне кажется. Да, давай по свету. Я вот так пойду. Мы столько шли, чтобы сейчас так долго идти. Вот, дверь, к двери пришел. Блять! Я в пол, я смотрю в пол, ничего не знаю. Выход! Выход! Парни, изи, прошел карту проверять. Блять! Нас обманули! Опа-на! Там скример был, я бы. Я понял, понял. А куда дальше? Что нам делать надо? Я нашел какую-то штуку. Я нашел книжку, ему книжка нужна. А, он и ботаник, ему книжку надо прочитать, чтобы нам открыл дверь. A few moments later. Да, ищите там, короче, это должно подсвечиваться, вот это ищите. Ну, я нашел еще одну книжку, это походу листы, да. Во, последняя. Сейчас он нам дверь откроет, спасибо, ботан. Я здесь постою. Давайте вы первый пойдете, я потому что Ща... на стриме. Чуть не умер. Ай, блять, я вообще без очка хп. Я хп потерял. Дайте хил. У меня 74. У меня 100. Так. Налево, давайте разделимся. Нет, лучше не разделимся. Давайте я вперед. Да не, вперед. О, пацаны, стойте, слонина. Я что-то вижу, белое. Конь. Подожди, не иди вперед. Давай мы все тут обследуем все комнаты. Не работает, тебе надо активировать генератор. Парни, ищите генератор. А, тут байдалайт начался, ясно. Пацаны, вы ту дверь пропустили. Блять, да заебали эти скримеры, сука, закройте эту дверь. Я нашел какую-то хероту. Первый, о, ты застрала красная дверь. Реально застрала красная дверь. Кто стрел астрал? Реально красная дверь вот и застрала. Топы, да, мы сейчас. Прям в точь-точь почти. Там такой придурок был в конце. Здрасте, блядь. Там мужик. Он исчез. О. Я дверь закрою. О. Спасибо. О, это покушать там принесли. О, как раз похилился. А, сейчас скример будет проверять. Мне кажется, он сейчас вверх поднимет. Прыгайте, прыгайте! Да? Кстати, красиво. Опять красная дверь. Не хочу туда идти домой! Назад! Нет, блядь! Не хочу я! Я таки знал, что сейчас так оно и будет. Я не младенца. Меня уже заколебали эти скримеры. Пацаны, я смотрю вперед, я не сыкло. Ой! Сердцебиение не участилось. Я с закрытыми глазами. О, а, все. Всем привет, дорогие подписчики, наш канал, с вами я, Мэнти, сегодня не один, сегодня со мной Пиздобол, Сева и Хэссел, поприветствуйтесь. Тут нету пиздоболов, там всего двое, трое в смысле. Всем привет. Всем здорово, ребят. Теперь по-английскому. After the collab, суки.
А, шахтер ты играешь. Мы идем спасать чуваков, так тут. О, улитка, полуолитка, закрой эту дверь! Да я не хочу к тебе идти, закрой! Что сейчас было? Идите сюда, зайдите вот в эту дверь. Вау, вы все это видите, да? Его нету. Ах ты че? Ебая. Вот эту дверь надо построить. Кстати, карту хорошо сделали. Так, эта комната пустая. Вы, может, не все адаптили, может, там есть пасхалка или какой-то... Да ладно, вот, открывается, во-во, дальше идите по проходу, вот. Открылось тут. Так, у нас тут какая-то табличка. Надо будет там посмотреть, что. Что это за прежь, гоблин? Красный, синий, зеленый. К... К... С... Да я запишу сейчас. Вот. А, уже в чате все написал, да. Да. Red, blue, green, yellow. Так, Даш, ну идемте ниже. А там тут мухи летают. Обследовали. Нам, я понял, не придется туда вернуться. Я вам очень... Что за тут по ушам пердит? Это мухи летают. Нет, а налево. Куда? Да нет, там нет прохода же. Че, налево решил ходить? Дебил, блин. Во, что там за чуваки стоят? Сталин. Какой Сталин, блин, идиот? Что это? Это что, мы сейчас переоденемся? Это этот Тузик. Это. А, Коля! Это Коля! А, да, цвета! Вода поднимается. Red. Ведут пулемет, блядь. Да ничего. Вода поднимается, нет? Да нет, не поднимается, как была. Да, ладно. Помните, там проход был, может, там туда. Первый красный. Да, мне кажется. Red, blue. А, да, вот. Red, вот blue. Ну, нам, мне кажется, не как-то на назад. На Е идти. Нажимайте, на Е нажимайте, есть контакт, работает? На Е нажимаешь. А, да, слышу. Red, blue, green, желтый, yellow, желтый. Orange. И оранжевый последний. Оранжевый последний. Куда ты пошел, друг? Да я не тебе. Сева, Сева, тут пукал. Отходи. Ему что-то по ушам что-то пердит. О, тут табличка, запоминаем. Двери заперты, но ее можно спилить, нужна пила. Сам ты наблюдатель. Мы с наблюдателями не играем вообще-то. Парни. Пердобол, блин. О, юфот, окей. Я нашел ключ. А ты понюху пердешь. Может, ты пилу нашел? Я нашел ключ. Не, ключ нашел. Ну, я проверю на всякий случай. Юфонт ключ, давай. А ну да я. Не. У меня же ключ. Назад надо теперь возвращаться. Не, нужна походу. Пила. Подожди, да, назад. Куда ключ туда? Назад идти, назад. Я понюхал пердёж, нашел ключ. Все-таки тут. Подожди, может в воде еще топор есть? Не знаете. Мы все-таки ту дальнюю не обследовали. Давай, ну да. А, вот, наверное, может от этой двери. А мы в этой двери вообще не. А, я нашел пилу! Назад теперь. Подождите, ей надо управлять, что ли? Не, она сама пилит. Отвернитесь! О! Еще тут! Отвернитесь, сейчас глаза потеряете! Отвернитесь, отвернись! И ты отвернись! Вой, да это ему вообще жопу рвет сейчас! Так при сварке же надо отворачиваться, я ошибаюсь. Че так долго-то? Ну, 4 этих замка. Да, 4 замка. Правда, по-моему, не поменялось нихера, ну да ладно. Да тебе кажется. А не проще было с ноги просто выбить сверху, где мы уже срубили? А не проще было сюда просто не приходить. Так мы пошли спасать людей вообще-то. А, да? Ну да. Каким образом мы не туда зашли, так заперли? Почему мы тогда террористы, подожди? Мы просто боимся, что тут кто-то кукать будет. Что это? А, что там, насосать что-то надо, не? Насоси. У тебя все через рот идет. Что? Вот новая табличка. Не входить в эту комнату, я складывал трупы, найденные в шахте. Ну хорошо. Сын наблюдатель, это типа суббота. Давайте войдем в эту комнату. Да все его пугает. Она не открывается. Да. О, генер. О. Блять, это самоубийство ебаное. А, тут лестница есть, я думал, прыгать придется. Да придурки, что ли? Я на него встал. И он не мог... Там еще надпись, кстати. О, да. И надписи там еще что-то дальше. Сломался. А, у меня это... Остался последний. А, это не то, что нам надо. А вы тут все смотрели? Да не заперты, по-моему. Блять! Идиоты, дайте мне к вам назад, я что-то застал тут находиться один. О! Ну на него камни упали, ну бывает.
А хули он тут забыл, у меня интересно. The End. Заебись, блядь. Нашли карту. Два скримера. Нашли выживших, проверяй. Пацаны, мы его спасем, ёпта, выжившие. Один чел всю шахту разобрал. Подожди, это что, все, Рил? Хоррор карты, что ты хочешь.